Итак, всем привет! Сегодня с вами Юга, и мы играем в такую онлайн-игру в ВКонтакте под именем «Зомби против машин». Ну, сейчас и поиграем. Игра в игре, главная цель – построить машину какую-то, чтобы обезвредить вот этого главаря. Начнем. Я нашел один бах для того, чтобы было больше места. И все. Берем вот такой моторчик. Ставим вот здесь. О, не знаю, что я сделаю. Делаю вот так. И еще теперь вот так. Вот так. Ага. Теперь вот тут ставим вот так вот маленькие колесико. Поехали. Да. Ну и машинка у нас. Сейчас это зомби. Так, о! Успех. А сделаем вот так тогда. Если вот так не работает, тогда попробуем вот так. Побольше только колес. И попробуем с огромными. Притягиваем повыше. Вот так. Делаем вот так. Так. И вот тут огромные колеса ставим. А, немножко нужно отдалить. Вот это немного ниже. Вот так. Ставим теперь еще одну тут. Ага. Значит, нужно вот так. Так, и это оттянуть в сторону, и надеюсь, все сейчас нормально. Я не знаю, слышно ли вам меня сейчас хорошо или нет, но я постараюсь это исправить. О! А, придется поставить колеса еще сверху. Ага. Вот, надеюсь, тогда хоть что-то получится. А то сколько раз вот так делал, но ни разу не получалось. Так, вот так. Вот так. Вот так. Все. Теперь, когда она перевернется, она будет еще ехать и ехать. Теперь вот тут у нас работают задние колеса. Ну. Давай. Ну. Блин. Все-таки это... Я вот так покупал. Блин. Все-таки... Сколько масла пропеллер стоит? Ага. Так. Если вот тут... Так, столько он стоит? 2,250. Ай. Может, было бы хватило. Нет, стоп. Оно тут не работает. Делаем вот так. Так. Немного вот сюда. Теперь убираем вот это. О, знаю. Делаем вот
Так. Ставим маленький мотор вот здесь. Знаю, такое у нас уже было. Но я сделаю на похожее. Только колеса прибавлю. А нет, лучше не надо. Удалю. Это и вот это. Ставлю два колеса. Вот такое маленькое. И вот тут сзади ставлю вот так. Так. Как его перевертать? А, во, вращать. Вот так. Так, вот так. Знаю, я очень долго молчу. Делаю вот так, вот так, вот сюда и сюда, сюда. Просто надо побольше креплений, чтобы оно все работало. Теперь пробуем. Угу. Значит, попробуем вот без этого, а вот это попробуем прикрепить покрепче. Вплотную придется поставить. Вот так, вот так. Вот это было одно. Очень сильно крепилось. Во-во-во! А попробуем-ка поставить вверх вот это. Еще два вверх. Ну, я как-то тупо, но для того, чтобы пройти левел, нужно будет попробовать хоть. Ну. Ай. За 8 минут прошло, а я так ничего и не сделал. Давайте тогда пробуем на другой уровень. Зайдем в туннель. Сделаем. О, тут попробуем. Так. Поставим еще один мотор. Должно быть лучше. По-моему, нет. Вот, вообще не пролезет. Но мощность добавит, наверное. Да, мощность. На этом мы закончим.